Процесс формирования миротворческих сил ООН подходит к завершению, сообщают представители Совета Безопасности. 13 тысяч солдат отправятся в Мали после того, как Франция начнет вывод своих войск, намеченный на июль. За 12 месяцев пребывания в западноафриканской стране международные миротворцы планируют провести полный курс обучения малийских военнослужащих. Летом этого года в Мали должны состояться президентские и парламентские выборы. В начале текущей недели Сенат Франции проголосовал за то, чтобы отложить окончательный вывод войск из Мали. Таким образом, французские власти надеются не допустить повторного вторжения исламистов в северные регионы страны. Напомним, операция «Серval» началась в январе 2013 года. Позднее к французским солдатам присоединились и войска Африканского союза. Коалиционным силам удалось вытеснить исламистских боевиков в достаточно короткие сроки, что дало основание Парижу называть военную операцию успешной. Сейчас в регионе нет ни одного маджахеда. Местные жители показали нам секретные склады боеприпасов, где экстремисты хранили оружие. Мы знаем, что большинство маджахедов покинули страну. Может быть, кто-то из боевиков скрывается среди мирного населения, но радикальных группировок на этой территории больше не осталось. Согласно планам, к концу года в Мали останется не более 1000 французских солдат. Совместно с силами Организации Объединенных Наций они будут обеспечивать безопасность мирного населения и содействовать восстановлению северных регионов.